Здравствуйте, с вами канал «Современные родители». Сегодня расскажу про детское автокресло Joy Jim. Подборку ссылок на магазины с лучшими ценами оставлю в описании. Чтобы получать уведомления о выходе новых роликов, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Надеюсь на вашу поддержку. Пишите комментарии и ставьте лайки. Ручка автокресла регулируется. Если нужно положить ребенка в автолюльку, регулируемую ручку можно легко убрать назад. Чтобы разблокировать и отрегулировать ручку автолюльки, нажмите кнопки, расположенные по бокам ручки. Если автолюлька стоит на полу, лучше откинуть ручку назад, чтобы предотвратить раскачивание. Регулируемый капор обеспечивает защиту от УФ-лучей. Солнцезащитный капюшон защищает ребенка от солнца, класс защиты UPF 50+, и ветра в автомобиле и коляске. Joy Jim автокресло подходит для детей от рождения до 15 месяцев, ростом до 83 сантиметров. Продуманная конструкция внутреннего вкладыша позволяет расположить ребенка в кресле практически горизонтально. Мягкий подголовник надежно фиксирует правильное положение шеи. Детское автокресло оснащено всеми новыми технологиями безопасности, которые способствуют безопасному путешествию с вашим ребенком. Благодаря съемной вставке для новорожденных, которая гарантирует ровное наклонное положение, она подходит для новорожденных или недоношенных детей. Энергопоглощающий корпус кресла охватывает и защищает вашего ребенка. Конструкция внутреннего вкладыша позволяет расположить ребенка в кресле практически горизонтально. Ребенок в автокресле пристегивается внутренними пятиточечными ремнями автокресла. Пятиточечный ремень безопасности распределяет силу удара по пяти точкам – две на плечах, две на бедрах и одна в месте крепления между ног. Это помогает защитить ребенка при любом столкновении. Внутренние ремни регулируются по высоте. Установка в автомобиле только спиной по ходу движения. Крепление автокресла возможно как штатными ремнями, так и при помощи изофикс-базы Joy iBase. Покупается отдельно. Для крепления ремнем используются специальные направляющие. Поясная часть ремня проводится по бокам через направляющие. Я проанализировала отзывы и выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Тяжелое в качестве переноски. Теперь перейдем к положительным. Легкое. Есть сертификации. Устойчиво в машине. Удобно класть, сажать ребенка. Легко менять положение ручки. Наличие капора. Хорошо стирается. Можно покачивать как люльку. Отличная цена. Делитесь впечатлениями от ролика и модели в комментариях. Буду благодарна за поддержку в виде лайков. Не пропустите новый обзор. Для этого подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. До скорой встречи на канале «Современные родители».